Ну что, друзья, привет! Наступило мое время показаться в кадре. За мной Тоша Юлич. Тойка! Кс-кс-кс-кс. Поздоровайся с нашими подписчиками. Кстати, хочу вас поблагодарить за то, что вы не отписываетесь. Я уже давно ничего не снимаю, да, особенно про парфюмерию, редко бываю, но вижу, что количество подписчиков не убавляется и даже иногда прибавляется, чему я очень рада и вам безмерно благодарна за это. Ну вот, мне захотелось сразу с последнего начать, с предпоследнего приобретения. Вот так вот Органелла Принчес Колье Клео смотрится в три ряда. И я к нему как раз подобрала серьги, тоже вот как звенья цепи похожи, да, вот на эту. Они асимметричные, я, по-моему, их показывала, честно, не помню, память как у рыбки Дори. Здесь жемчужинка, и даже вот к этому кольцу они тоже очень даже подойдут. Ну вот и весь комплект. Сегодня буду в белом, чтобы можно было увидеть, собственно, как это все смотрится. Это вот так. Лицо немножко затемняется, хотя свет вот везде горит. Итак, буду при вас снимать, надевать другое. У нас будет такой сегодня небольшой сериальчик. Вот такое вот украшение. А следующее вот колье, это как раз Crossbody. То есть, ну вот смотрите, да, его можно намотать даже вот даже в два ряда. А еще если поверх какого-нибудь платка шелкового, тоже очень классно будет смотреться. И сделать, можно еще и в третий обвить, но я уже как бы не буду этого делать. Вот так это смотрится. И чаще мне нравится носить именно вот так, с длинными платьями. Я его ношу, и оно у меня на бедре лежит. Вот оно такое вот красивое, тоже легкое, воздушное. Но цена у него, честно говоря, не очень подъемная. Вот, поэтому у итальянских украшений у меня не так уж и много. В том числе и в серебре. Ну, где мой мальчик? Давай, бубу. Ой, у меня даже из рук серьга выпала. И сейчас еще одни с византийским плетением покажу. Вместе с серьгами при вас буду одевать это все. Вот, как вы видите, одеваются без зеркала достаточно легко. Тоша, у меня оператор сзади камеры стоит. Надеюсь, ничего нам не уронит. Тоже заинтересовался. Трогай. Дай, говорит, мать, потрогать. Точно ты тут не брешешь, что оно легкое? Легкое-легкое, не забирай. Ну и вот само колье. Ну, вообще бесподобное, согласитесь. Тойка, не трогай, пожалуйста. Не трогай ничего. Вот понадобилось ему тоже. Понадобилось. Вот, вот так попробую застегнуть, куда попаду. То есть здесь длина тоже регулируется. У колье этого бренда вот прям очень длинная вот эта цепь сзади. То есть у меня тут еще... Я обычно ношу 45-50. Посмотрите, сколько еще остается. То есть здесь сейчас у меня где-то порядка 48 сантиметров. Ближе к 50 уже пошло. Вот это выглядит приблизительно вот так. Угу. Классно. Ну вот браслет я продала. Потому что вот что-то мне как-то не захотелось его носить. Я покажу, как это приблизительно на руке может выглядеть. То есть это будет вот так. Ну, честно, мне как бы такое, ну, спасибо, не надо. Ну, вот почему-то вот не нравится мне. Лучше я сделаю несколько рядов, но не такое объемное, скажем так. И вот серьги. И если я вот говорила вам как раз, сейчас я тут тоже пошуршу немножко. Вот это, кстати, кольцо сюда тоже из серебра с золочением сюда тоже очень подойдет. Вот. Потому что здесь вот как раз есть элементы звеньев ролла, которые вот прям очень хорошо. Видите, вместе с вами загарнитурила еще пару вещиц. Ну и мы переходим к Ярославне. К Ярославне. Что вам показать? Сейчас покажу. Сейчас покажу. А давайте вот с этого колье 800 рублей. Но это было тоже где-то года два назад. Два или год, не помню уже.
Так, у него замок справа будет. Я вот так буду его одевать, чтобы правой рукой застегнуть. Тоже здесь, тоже у Ярославны, посмотрите, какая длинная цепь на удлинение. Возможно, сейчас не очень красиво ляжет. Тем не менее, вот, выглядит это вот так. Тоже очень красиво. К нему, опять же, вот это кольцо и серьги, которые асимметричные с одной цепочкой. Я их не буду примерять на себе, просто приложу к ушкам, потому что винтовой замочек я буду вместе с вами закручивать, наверное, очень и очень долго. То есть это смотрится вот так. То есть они вот так вот смотрятся. Вот сюда, мне кажется, прям очень хорошо подходит. Так, ну и давайте еще посмотрим вот это колье. Мы сейчас все посмотрим и все примерим, да? Это у нас жемчуга. Ну вот тут тоже длина регулируется, а получается это вот так. Таким образом. Очень все тоже не тяжелое. А, ну и нет, серьги. Серьги, опять же, вот это кольцо. Вот оно. И либо серебро, да, мы говорили. Это впервые я примеряю все на камеру. Как будто у меня прям магазин на диване, и я тут все показываю. Вот, ну. Кстати, у меня была идея распродать еще часть своих украшений из серебра, в том числе. Но пока не буду этого делать, пока все мое останется при мне. Так, вот это ухо у меня что-то. Вот. Ну вот, как-то так это смотрится. Так, не поменяла еще колечко. Вот таким образом. Вот я люблю очень этот комплект. Он мне кажется очень универсальный на все случаи. И деловой стиль, и вечерний, пожалуйста. Только все зависит от того, есть тут что-то на шее или нет. Простите, пожалуйста. Так, идем дальше. Это можно уже снять. Хотя я вот сейчас думаю, а сюда подойдет это? Да тоже подойдет, смотрите. Это же все как бы цвет металлик. То есть комбинировать можно, пожалуйста, как хочешь, как удобно. Опять же, если кто-то вдруг прямо сейчас подключился, обращаю внимание, что это не реклама, это просто делюсь. И не продажа, я просто делюсь вот показом своих украшений. Просто давайте вместе порелаксируем. Тут здесь нет никакого умышленного подтекста, не ищите здесь каких-то смыслов. Просто такое развлекательное, релаксационное видео. Можно вот так, чтобы это было в серединке. Хотя тут у меня еще тоже хвост. Ого-го. Вот он. Можно сделать асимметрию. В том числе можно сделать подлиннее. Но подлиннее слишком, мне уже как-то не очень нравится. Хочется наоборот, да, покороче вот так сделать. Вот так будет поинтереснее. И к ним вот серьги. Сейчас мы поменяем комплект. То есть это вот так смотрится, потому что цвет металлик. И сюда разное может подойти как раз история с бескаменкой, в том числе или бескаменкой. И даже первые серьги, которые я одевала, мне кажется, они тоже будут сюда же хороши. Я говорю сейчас про вот эти серьги. Да, здесь немножко вытянутые звенья цепи, но здесь тоже есть жемчужинка. И перламутровая история сюда тоже подойдет. У меня есть кольцо с перламутром и жемчугом. Оба круглые камни, элементы. Вот, и они тоже здесь будут хороши. Или что-то из бескаменки, как я уже сказала, потому что вот очень много таких звеньев в серебре. И, конечно же, асимметричные. Тоже вот эти серьги стоят, ну, около 1000 рублей. 1000-1300.
Вот, ну тут замочки надо проверять. Вот, и здесь горный хрусталь. Вот, ну вот эта вот ушка что-то у меня сегодня прям бунтует. Ну вот это смотрится вот так. Как-то так и никак иначе. Вот, идем дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Это я все снимаю. Вот, смотрите, какая длинная цепочка. Очень длинная. Вот. То есть по качеству ни в чем не уступает итальянской бижутерии, а ценник, я говорю, в 3, а то и в 5 раз дешевле. Но такие бусы стоят порядка 2-3 тысяч. А вот те, что я Принчес Раганелла показывала, ну, там от 6 и выше, да, то есть, ну, вот в 2, в 3, в 5 раз что-то дороже. Вот, и давайте еще покажу вот это вот колье, тоже все звенящее, звенящее. Сейчас вместе с вами, вот это вот я давно не одевала, в прошлом году летом я носила его, с футболками даже, вот его носить, пожалуйста. Но оно, конечно, подлиннее. То есть это оно уже вот так должно лежать. Монетки иногда переворачиваются. И вот, пожалуйста, еще колечко. Ну и что-то в уши можно. Есть у меня, кстати, монетки от Невского. Там еще узоры. Но я думаю, что сюда не подойдет. И от Веги у меня тоже есть монетки. Там тоже узоры. В общем, от Юмилы есть такие круглые. Тоже узоры. Ну вот так это смотрится. Мне кажется, очень классно. Так, и покажу еще. Вот это мое первое украшение шейное. Я его даже одеваю, не расстегивая, даже через очки. Вот оно какое. Вы его видели иногда в моих парфюмерных обзорах. Вот вместе, кстати, с этим кольцом. Ну, его лучше. Вот на этот палец одевать. Хотя среди сейчас слетает. Вот, не пойму. То одни пальчики толще стали, другие, наоборот, тоньше. Как-то так. Ну, вот тоже очень классно смотрится. Очень такой акцент прикольный. Особенно, когда вот одеваешь черно-белое. Ну, это вообще бомба. Вот. Если вдруг вам интересно, где я вообще была, чем я занималась, куда я пропала, напишите мне, пожалуйста, в комментариях вопросики и сделаем такую болталку, вопрос-ответ. Поделюсь с вами, чего я тут вообще, как я тут живу, где я живу. Если кто помнит, я сейчас живу в Пермском крае. Вот. Хотите, потом собак своих покажу, кошек. Мы теперь не в доме, а в квартире. Как мы тут все живем, если кому интересно. Ну, а я делаю последнее приготовление. Серьги-то мне легко одеть, а вот цепь я одену уже за кадром. И перейду к части про парфюмерию. Ну, блин, ну классная, вот смотрите, она еще так переливается, вот играет эти грани, очень классно. У меня, кстати, есть еще одни серьги интересные. Вот каждый раз, когда достаю вот что-то на обзор, хотя очень редко, потом думаю, блин, а я же еще вот это не показала, а я еще вот это не показала, а сюда еще можно было вот это показать. В общем, надо готовить очередной обзор своей шкатулки. Вот, и показывать вам еще что-нибудь. Если вы хотите, конечно. Поставьте лайк, и я тогда пойму, нравится, не нравится, показывать, не показывать. Вот такие вот серьги. Обожаю Агат Ботсвана. Вообще обожаю. У меня тоже, кстати, есть много украшений с Агатом Ботсвана. Вот. Все.